Приветствуем вас, дорогие друзья, вы смотрите JCW, и на ваших экранах недавно вернувшийся генеральный менеджер промоушена Евгений Демидов. Дамы и господа, я рад всех приветствовать на арене JCW. У нас сегодня будет очень насыщенная программа, и для начала я должен, просто обязан сказать одну фразу. Наконец-то! Наконец-то я вернулся на JCW Live! За время моего увлекательного времяпровождения в травматологии накопилось очень много дел, которые не ценно отлагательств. Первое из этих дел, я хотел бы поздравить победителя конкурса репостов и преданного фаната JCW Егора Гамозова, его футболка пришла. Вот, собственно, как только он у нас объявится, можете писать спокойно ВКонтакте, мы ему передадим его приз. Но теперь нужно осветить одну из главных тем. 6 января прошло специальное шоу JCW WrestleMania, по итогам которого наш промоушен потерял единственный легитимный титул, а именно титул чемпиона Беларуси, который по праву отвоевал и увез себе на родину белорусский медведь Сергей Лом Ходок. Будет ли оставить этот титул Сергей на арене JCW? Вопрос остается открытым. Как и остается открытым вопрос, что же станет главной наградой для бойцов JCW? Ответ на этот вопрос скроется вот под этой черной тканью. Я представляю вам престижнейшую награду в российской индустрии спортивных развлечений. Титул чемпиона JCW! Вот так-то, дорогие друзья, генеральный менеджер JCW Евгений Демидов вводит новый титул. Титул чемпиона JCW. Сегодня начнем с турнира претендентов на этот пояс. 8 лучших бойцов сойдутся в четвертьфинальных матчах 1-1. К двум финалистам присоединится третий боец, одержавший победу в матче 6 выбывших участников. Победитель финального матча 3 углов будет признан первым в истории чемпионом JCW. Итак, пары четвертьфиналистов. Денис Максимов против бывшего чемпиона Беларуси Ричарда Тимона. Второй четвертьфинал. Дмитрий Нова против таежного ужаса Мангуса. Майк Рихтер против Индиго. И в четвертом матче Сиворд сойдется с... Ого, не успел генеральный менеджер Евгений Демидов объявить противника Сигурда, как тут же его прерывает знакомая нам музыка. Это хардкор чемпион JCW Владислав Салдаев. Как мы помним, на предыдущем шоу Wrestlefreenie Владислав Салдаев отстоял титул хардкор чемпиона в матче против Спайка Дайсмана. Отстоял в противоречивой манере, ему помог вот этот вот молодой человек, который сопровождает его сейчас к рингу, Вальдес. Давай я сам себя представлю. Восьмой участник турнира, хайкор чемпион JCW Владислав Салдаев. Смотри, у меня есть титул на этом плече. И я думаю, я буду владеть всеми поясами в этой федерации. И он будет у меня висеть на этом плече. Да, смешно. Смешно, но в этот генеральный менеджер также входит и то, что мне приходится сидеть за осанкой рейсеров. Знаешь, в таком случае сними свой игрушечный пояс с плеча и встань ровно. Правильно. И не смей меня больше перебивать. Я продолжу.
четвертая пара четвертьфиналистов Сигурд и Александр Набиев. Кстати, тот парень, который на 10-й номер 7 удержал себе надрыв. Знаешь, если бы было 9 мест в турнире, я, наверное, включил бы и тебя. Но так увы. Но я для тебя найду сегодня, Вадим. Слушай, чувак, не хотелось бы тебя перебивать, но Салдаев единственный легитимный чемпион GCW. И он в мейн-эвенте WrestleMania одолел Эмей, самого Спайка Дайсона. Я посмеялся. Признавай меня легитимным чемпионом, хардкор чемпионом. Включай меня и Вальпеса в турнир и будем жить как раньше. Влад, понимаешь, как раньше уже не получится. Ты назвал себя хардкор чемпионом, но этот титул я не вводил. Поэтому ты не чемпион, а самозванец. Это первое. Второе. У тебя был шанс на расслабление доказать, что ты достоин этого звания. Но тут тоже промах. Ты победил только благодаря своему другу, но как тебя там? Вальдес? Вальдес. Вальдес. Это не важно, как твое имя. Вальдес. Так, я продолжу. Вальдес. Я, кстати, не видел у себя на столе контракта с тобой. Так как у тебя нет действующего контракта с GCW, я не понимаю, что ты здесь делаешь. Но, знаешь, у меня сегодня хорошее настроение, такой замечательный зал, люди пришли на нас посмотреть, увидели настоящий шоу. Знаешь, меня, да, вот действительно хорошее настроение. Я предлагаю вам выход из данной ситуации. Сегодня состоится матч между Вальдесом и Владиславом Салдаевым. По правилам, титул против карьеры. Интересно тебе. Вот смотрите, если победит Салдаев, то я признаю его легитимным чемпионом. А твоя задница вылетит в тот же момент, как пробка из зала. И ты больше сюда не вернешься. Но подожди, не кипятись. Если вдруг победишь ты, то я подпишу с тобой контракт. Открой титул, отправится прямиком в помойку. Вот это да, Демидов ставит Салдаева в положение цепцванга, говоря шахматным сленгом. При любом исходе предстоящего матча Салдаев останется в проигрыше. Смотри на ваши лица, я вас заклинаю, не предпринимайте никаких агрессивных действий. Дело в том, что сейчас в раздевалке находится 8 участников турнира, 8, которые очень дорожат возможностью участия в данном турнире. И успокоит любого, кто попытается мутить воду. Поэтому, ребята, удачного дня. Готовьтесь к матчу. Вот так-то теперь Владиславу Салдаеву придется расплачиваться за свое нападение на генерального менеджера Евгения Демидова. Очень скоро нас ожидает матч «Титул против карьеры». Владислав Салдаев против Вальдеса. Этот, а также другие матчи нам еще предстоит увидеть с вами, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Это GCW.